Тут сейчас 7 бельчат бегает. Они не доверяют друг другу. Поэтому у них проблема. Тут орехов на всех, на всех. Но что, чтобы их есть, им надо дружными быть. Проблема в том, что голуби постоянно лезут здесь. Буквально маленький совсем бельчонок. Говорит, совсем маленький. А тут, кстати, неважно, маленький это или большой, тебя прогонят. Потому что орешки это не для всех. 5 бельчат. Стырил. Ах ты злодей какой. Там снизу еще один бельчонок бегает. Я сижу здесь только потому, что орехи накидал. Потому что я стоял тут, пока кидал орехи, накидал тут кучу орехов. И пока у меня тут рюкзака не было, рюкзак стоял у этого дерева, там, где кормушка. И пока я до него дошел и обратно, у меня все эти орехи, которые я накидал, то есть буквально, не знаю, там 20 секунд, наверное, 15 секунд. У меня все эти орехи съели голуби. То есть их не было тут голубей, я гонял. Гонял и кидал орехи. И только вот я сделал буквально там, не знаю, 10 шагов, все орехи у меня съели голуби. Тут сидело их, не знаю, 15 голубей, наверное. Когда я развернулся, я шел в ту сторону. То есть тут не было никого. Ну вот они ходят. Их вроде нет никого. И мне пришлось заново все накидывать. Ты куда, говорит, лезешь? Орешки. Солнце. Там еще за рюкзаком сидит один. Красивый какой, а? Я говорю, какой я, говорит, красивый. Собака пришли сюда. Вот зачем, интересно, он пришел сюда с собакой. Специально водит собаку, чтобы она поохотилась на белочек. Человек. Зачем он сюда привел? Тут дело в том, что все знают, что это беличье место. И я видел, как ваша собака нападала на белок. А я видел, как вы кормите и наркотур откладываете. Еще раз. Вот. Камеру убери.